С приходом лета в компании «Караганды-Жарык» наступает горячая пора. Компания производит текущий комплекс ремонтных работ оборудования, а также воздушных линий электропередач. Производится подрезка деревьев, которые выросли в охранной зоне воздушных линий электропередач. Сегодня такие работы начались по улице Садовая в поселке Уштобе. Плановый ремонт представляет собой комплекс работ, направленных на поддержание и восстановление работоспособности оборудования. Сегодня под надзор энергетиков попала улица Садовая поселка Уштобе. Здесь были натянуты обвисшие провода и заменена устаревшая система электропередач. Сейчас работают у нас электромонтеры на воздушной линии, на опоре. Они перетяжкой проводов занимаются. Вследствие от ветра, да, от жителей всю ночь она хлестает. И от этого мы приехали на текущий ремонт, и это все подтягиваем, да, и устраняем. Стоит отметить, что 3 года назад компания проводила здесь капитальный ремонт сетей, где были заменены аварийные опоры. И сегодня пришло время технического обслуживания воздушной линии. 3 года назад мы меняли аварийные опоры, 4 штуки. Обрезкой занимаемся ежегодно. У нас бывает и неплановые работы, если... Но мы на текущих ремонтах убираем все дефектные вопросы. Эти работы без отключения электричества производить невозможно. Поэтому в компании по ограничении подачи электричества карагандинцев оповещают заблаговременно через средства массовой информации. А социально значимые объекты дополнительно телефонограммами. Отключают ненадолго, около 6 часов. Все работы в электрических установках, к сожалению, должны проводиться с отключением, потому что, видите, непосредственно работаем на токоведущих частях. Это необходимо для безопасности нашего персонала. Поэтому те участки сетей, которые питают потребителей и вводятся в какой-либо ремонт, они остаются без напряжения, о чем мы своевременно сообщаем на сайте наших компаний. Также в социальных сетях, как в Инстаграм, тоже проходит эта информация. Для минимизации причинения неудобств потребителям работы проводятся в будние дни в рабочее время, когда многие находятся на работе или учебе. По окончании ремонта электромонтерами вновь проводится контрольный осмотр и заполняется акт проведения ремонта. В этой местности с начала года уже было проведено 4 капитальных ремонта. Еще планируется провести 8 таких работ.